Попала под очарование Крыма. Самарская художница Ольга Абраменкова создала на полуострове более 20 картин. Часть из них составили выставку «Крымский вояж. Холст, этюдник, саквояж». До этого Крым видела все время на работах крымских художников, но они очень ярко пишут. Я вот его видела немножко как-то нежнее, больше перламутра. Очень интересное состояние вот утром и вечером, но очень трудно писать утро и вечер. Все это результат работы двух выездных пленэров. Особенность в том, что картины писались за один раз. За день три холста. На них изображены крымские пейзажи. Массандровский дворец, виды с веранды Дома творчества Коровина, окрестности дачи Чехова и, конечно, Черное море. Волга – это одно, а море – другое, конечно. Тут состояние постоянно меняется. Вот уловить этот момент, освещенность, вот этот бег теней. Меняется очень быстро там погода. И вот нужно все это ухватить, выразить на холсте. Картины из «Крымского вояжа» можно увидеть в Доме журналистов до 15 июля. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.